прямая. Завод по производству крыс, врезанный в скалы ущелья Мидес. Странное место для танкового завода, но резкие перепады помогут прятать тела. Пора уничтожить крысу и весь завод. Нельзя, чтобы Рейх снова создал этот танк. По пути мне придется вывести из строя конвейер. Кстати, здесь есть несколько хороших позиций. А потом, когда все закончится, я покончу с Валеном раз и навсегда. Hallo? Echo? Nichts. Valen reißt uns den Kopf ab, wenn noch mal was passiert. Sieh dir mal den Haupttransporter. Ich will, dass jede Station rund um die Uhr besetzt ist. Doppelschichten für alle. Thank you.
Thank you.
Уничтожи его, и вся линия откроется. Трансформатор. Уничтожи его, и вся линия откроется.
Еще трансформатор. Arbeitet schnell und effizient. Euer Leben hängt davon ab. Thank you.
Nichts. Weiter.
знаменитый призрак пустыни. Человек, который в одиночку прорвался через Халфаю, пробрался в Сиву и сражался с тигром в Касарине и перерезал наши линии снабжения. Я ваш горячий поклонник. Мы с вами очень похожи. Мы оба солдаты, военные труженики. Мы любим свою работу. Мы не похожи.
Thank you.
Мы с вами очень похожи. Помоги мне! Я не похож на тебя. Я помню, кого убиваю. Вален мертв, а крыса уничтожена. Но война еще не окончена. Есть еще много целей, заслуживающих пули. Людей, которые должны умереть. Пора найти работу. Чтобы не допустить осуществления планов, подобных раскрытому секретному проекту «Эпидемия», британские и американские ВВС 5 месяцев проводили стратегические бомбардировки, уничтожая немецкую промышленность и приближая конец войны. Это было Рурское сражение. Оно завершилось в мае 43-го, когда в ходе операции «Наказание» 617-я эскадрилья разрушила плотины на Мэне и Эдере. Программа «Крыс» была свернута в 1943-м, и проект «Чудо-оружие» превратился в историческую справку.